В ближайшем будущем городская площадь Победы значительно преобразится. Здесь будет оборудована скейт-площадка, которая станет новым местом отдыха молодежи. Ребята смогут кататься на велосипедах, скейтбордах и роликах абсолютно бесплатно. Необходимое оборудование уже в пути. Откуда взялись средства на такие преобразования и кому принадлежит идея создания скейт-парка, выяснила моя коллега Ирина Волокитина. «Наши руки не для скуки», — говорят ученики 8-й школы. «Мы хорошо учились весь учебный год, теперь можем и хорошо потрудиться. На благо родной школы и родного города. Возможностей для этого немало. А вот как отдыхать в свободное время, каждый для себя решает сам». «Как ты вообще отдыхаешь? Как время проводишь свободное?» «Дома. Сплю». «Я сижу с компьютером и много гуляю». «Я катаюсь на сноуборде и хотел бы попробовать на скейт. Борде попробовать научиться кататься». Мечта юноши вполне осуществима. Богдан еще не знает, но скоро на городской площади Победы появится скейт-площадка. Социально значимый проект был разработан местной общественной организацией с сотрудничеством активных молодежных инициатив. Участие в окружном конкурсе лабытнанцам принесло победу. Деньги на реализацию идеи ребята получили из окружного бюджета. «В этом году сумма, которая предоставляется организации, составляет 500 тысяч рублей. И в связи с этим, с учетом транспортных расходов, искались на территории нашей России такие поставщики, которые смогли бы обеспечить не только изготовление данного оборудования на определенную сумму, да, но и также доставить его до места. Потому что транспортная схема до города Лабытнанги, ну и вообще нашей северной территории, достаточно затратное мероприятие. Поэтому это будет несколько... два сооружения, которые позволят молодежи вот кататься и успешно совершенствовать свои навыки». Создатели скейт-площадки уверены, что поклонников экстрима в Лабытнанга станет больше, ведь площадка будет доступна всем. Тренироваться на ней сможет каждый желающий и абсолютно бесплатно. Необходимое оборудование уже в пути. У лабытнанской молодежи появится новое место отдыха, которое не только станет хорошей альтернативой негативным проявлениям и вредным привычкам, но и позволит молодым людям усовершенствовать свою физическую форму. Скейтбординг – это удачное сочетание спорта и развлечения. Ученик 8-й школы Богдан Абрамов с нетерпением ожидает открытия новой площадки. «Сам научусь кататься и друзей научу», – говорит юноша. Ирина Волокитина, Григорий Волков, программа «Время местное».